Добрый день. Первый раз я даю эфир с компьютера нового, поэтому вы, пожалуйста, скажите, если вам слышно, если вам меня видно, если не очень темно. Дети потеряли где-то планшет. Окей, по лайкам вижу, что вы меня слышите, правильно? Если да, тогда мы будем начинать. Скажите, пожалуйста, кто-то. Шалом, Оксана. Шалом, Рита Израилевна, если вы еще здесь, рада вас видеть. Окей. Лёра, здравствуйте. Слышим, слава Богу. Мы начинаем. Даю я этот урок вне планово, потому что, несмотря на то, что недельная глава Ваикра, этот урок я готовила, когда она совпадала с шаббатом, который был до Пурима, и поэтому мы его читали вместе с отрывком Захора, который говорит про Амалека. Несмотря на то, что тема будет Амалек, если вы откроете недельную главу, вы увидите, что там нет даже упоминания про Амалека. Поэтому немножечко я хотела сдвинуть этот урок, чтобы у вас не было балагана в голове. Недельная глава Ваикра, но говорить мы будем про Амалека. Несмотря на то, что это не наша недельная глава, но она настолько актуальна для нашей жизни, что мне очень хотелось уделить этому особое внимание вместе с вами. Рада всех вас видеть, присоединяйтесь. Я пока начинаю с Майсы, как обычно. Двое старичков, за которыми уже приглядывали две филиппинки, постоянно в послеобеденное время встречались в парке, общались, пили кофе. И так прошло несколько месяцев, они влюбились друг в дружку, и вот он решил, что он сделает ей предложение. Чего им жить по две разные квартиры, встречаться только в парке, если можно до конца дней жить вместе и хотя бы насладиться общением, насколько это возможно. И вот он просыпается один день утром и спрашивает себя: «Ой, я помню, что я сделал ей предложение, но не помню, что она мне ответила. Нет, ну а как? Может, она уже платье себе выбирает, может, она совсем не отказала». Он звонит ей и говорит: «Послушай, ну извини, я все забыл. Скажи мне, пожалуйста, что ты мне ответила, да или нет?» Она ему говорит: «Слушай, а я лежу и думаю, кто-то мне вчера сделал предложение, кому-то я ответила «да», я не помню кто». В общем, жили они долго и счастливо. Мы с вами уже немножечко затрагивали эту тему, что один большой подарок, который дал нам Всевышний, это возможность забывать. Если бы... Кто ставит мне смайлики такие жестокие? Скажите мне, что вам не нравится, или идите дальше искать что-нибудь интересное. Меня это сводит с цели. Итак, если бы женщина не забывала свои роды, помните, что мы говорили, она бы переставала рожать, потому что стоит один раз это пережить, ты понимаешь, что второй раз ты не хочешь. Ну, а на следующий год ты уже забываешь, и что? И много-много деток, дай Бог, каждую семью, которая этого хочет. Возможность забывать – это огромный дар Всевышнего. Мало того, что это дар, который Всевышний дал всем, он еще и от евреев заповедовал нам, чтобы мы забывали специально, как будто это заповедь. У нас есть это в личностном аспекте и есть в аспекте глобальном. Какой личностный аспект? Все, кто читает перед сном молитву Шма, они произносят такие слова: «Рибуно шель олам, властелин мира, я прощаю всех полным сердцем, кто меня обидел или да, каким-то образом хотел меня обидеть. Мне больше так не будет. Тех, кто по каким-то своим причинам взбесился на нас, но мы знаем, что мы больше с ним не встретимся». Нет. Каждый вечер, ложась спать, мы говорим и прощаем всех. Ну и что он меня подрезал на перекрестке, обматерил меня, пошел, я не знаю, кушать шаурму потом, а я его должен простить. Должен. И мы это делаем не для него, мы это делаем для себя. Каждый из нас знает, что если мы вечером с кем-то поссорились, на утро, когда мы встаем, первая мысль у нас какая?
Ой, я же не вчера поссорился, как плохо, как сейчас начать день, что делать? Нет. Что такое на самом деле злость? Секунду, кто-то в дверь стучит. Извините. Злиться – это наказывать себя за глупость другого человека. И мы пытаемся избежать, у нас есть возможность каждый день начать заново, независимо от того, что у нас было день до этого. И есть у нас глобальная причина прощать. Например, на нашей истории, к сожалению, есть огромный список людей и целых эпох цивилизации, на которые мы можем злиться и хранить память о тех притеснениях, которые они делали всему нашему еврейскому народу. Но что Всевышний говорит, прости их. Даже Египет, который поработил тебя, ты должен помнить хорошее, что он для тебя сделал, а не плохое. Вот половину, наполовину полный стакан, это именно из вот этой вот истории из Талмуда. Потому что как только был во всем мире голод, Яков и 70 человек его семьи пришли к Иосифу и попросили у него войти в Египет, в котором было изобилие еды. Иосиф пришел к фараону и сказал, так-то и так-то есть люди, можно ли им дать вход в нашу страну. Он сказал, пожалуйста, вот те 70 виз, он передал их Якову, и так наш народ спасся от голода. То, что потом нас поработили и убивали наших детей, и убивали наших мужчин, и делали нам вырванные годы, мы об этом забываем, не вспоминаем. Если у нас есть возможность помнить добро, которое сделал нам человек, выберите помнить его, а не зло, которое он нам причинил. Всевышний всеми способами говорит нам, пожалуйста, прощай, очищайся, не закрывай себя и свои чувства внутри злостью на другого человека. Он об этом не узнает, а тебе от этого станет только хуже. В общем, вся наша Тора построена на прощении, кроме одной вещи. Какая это вещь? Очень странная вещь, она настолько уходит в крайность, что Торе вообще это не свойственно. У нас сказано, помни, что сделал тебе Амалек, когда ты выходил из Египта. Мало того, что мы должны помнить, что сделал нам Амалек, Рамбам пишет в списке своих 613 заповедей, на его взгляд, 189-я заповедь, там написано так. Помни, что сделал он тебе. Помнить, окей, отлично. Мы должны помнить, что было во Вторую мировую войну. Мы должны помнить все, что нам сделали арабы. Мы должны все это помнить. Но что? Ненавидь каждый миг, связанный с этим воспоминанием. Ненавидь и не переставай ненавидеть. И друг другу напоминайте ненавидеть. Скажите мне, это похоже на нашу святую Тору? Это похоже вообще на язык, которым говорили наши праотцы, и Всевышний говорил с вами. У нас есть возлюби ближнего, как самого себя. Не храни злобу в сердце на брата своего. Да у нас миллион заповедей, которые Всевышний хочет нас очистить и сказать, начни день заново, у нас есть такая возможность. И тут изо дня в день, из года в год мы должны наполняться ненавистью к человеку, который... Шепотом можем сказать, не был самым плохим вообще представителем антисемитов из всех. У нас с вами Навуходоносор, фараон, Титус, который, Андрианус, Гитлер, Махшмова, Зихро, и их Всевышний нам не сказал помнить на все поколения. Если есть хоть что-то одно хорошее, что они сделали, давайте выберем помнить хорошее. То, что было, было, давайте попробуем это не повторить. Аман. Кто такой был этот Аман? Аман это был вообще какой-то непонятный человек, который убил столько людей, что на пальцах можно пересчитать. И именно его действия мы должны так помнить на века. Что сделал Аман? Окей, у нас еврейский народ, когда вышел из Египта, мы с вами уже говорили, что оно все было окружено облаками славы. Правильно? Сверху, снизу, справа, слева, спереди, сзади. И одно облако шло спереди, как GPS, который показывал нам дорогу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь облаков у нас было.
когда человек был нечистый, ему надо было очиститься ритуально, он должен был выйти из стана Израиля, то есть выйти за облако славы и дожидаться там своего очищения. Так вот, были такие люди, которые должны были пройти свое очищение, вышли за облако славы, пришел Амалек, направил стрелы и убил несколько из этих человек. Все, вся история. Что мы должны помнить, почему он сделал что-то такое ужасное в наших глазах, хуже, чем Гитлер на 6 миллионов, да сотрется его имя навсегда из нашей памяти. Причем Тора упоминает об этой памяти у нас два раза. Первый раз в главе Бешалах, когда у нас сказано, что сам Всевышний поднимает руку. Были когда-то на еврейской помолвке? Там парень поднимает руку, невеста поднимает руку в знак того, что они обещают, что с этой минуты, хоть они еще не дошли до свадьбы, но они уже принадлежат друг другу и обязуются не выходить на шедухи и не искать больше себе пары. Так вот, Всевышний поднял руку и сказал: «Я обязуюсь не забыть, что сделал вам Амалек, когда вы выходили из Египта». Вторая недельная глава Ки-Тецэ. Всевышний то же самое говорит, но просит это уже от нас. Пожалуйста, еврейский народ, никогда, никогда не забывайте, сотрите память об Амалеке. Возненавидьте все, что связано с Амалеком. И отдалитесь от него как можно дальше. Ну, окей. Понятно, Всевышний сказал, значит, это реально в наших силах сделать. Вопрос, как мы это с вами сделаем? Что поможет нам наполниться ненавистью, прийти в синагогу, услышать про Амалека, возненавидеть его изнутри, вспомнить, что он нам сделал? Я выхожу дальше из синагоги со всем вот этим накопившимся злом и ненавистью. Что я с этим делаю? Первое, на какую проблему реально я натыкаюсь, что мы не знаем, кто такой Амалек, все народы были перемешаны, и сейчас я не знаю, кто такой на самом деле Амалек. Второе, даже если у него в паспорте написано Андрей, фамилия Амалек, и он предоставит мне свою родословную, что он идет от самого, я не знаю, Амалека, от Исава, я не смогу его убить, я не смогу с ним ничего сделать, потому что нету Санедрина, нету храма. Вообще говорится в Торе, что когда надо это делать, когда еврейский народ правит в своем государстве, когда мы сильные, когда все народы нас признают, сейчас мы в таком положении находимся. Да у нас уже трое выборов было, да? Да до сих пор мы выбрали Биби, а они до сих пор решают, кто из них будет главный в нашей стране. Ну, не в нашем положении вообще начинать сейчас войны. То есть Всевышний, с одной стороны, просит от нас какую-то непонятную вещь. Вы, конечно, ненавидите, но с этой ненавистью потом выходите из синагоги, сами думайте, куда ее направить. На детей, на жену, не дай бог, но мало ли на кого еще можно направить свою ненависть, которую мы родили, когда послушали все заповеди, связанные с этой ненавистью и с памятью. Кстати, кто такой был Амалек? Это не был какой-то чужой дядя, непонятно откуда взявшийся антисемит, родившийся, я не знаю. Кто он? Он наш прямой родственник. Он внук Исава. Он наш двоюродный брат, племянник, я не знаю, кто он. Он наша семья, это кто-то, кто был совсем рядом с нами. Был Исав, у него был сын Элифаз. У Элифаза сын Амалек, прямой внук Исава. И в тот момент, когда все в мире узнали о чудесах, которые случились с еврейским народом. А мы знаем, что чудеса, о них слышали все. Кроме того, что это был не Египет маленький на карте, который сейчас мы знаем, это была огромная империя. Когда расступилось Красное море, написано, что оно расступилось у всех. Кока-кола в стакане, суп в тарелке, маленькая речка в Зимбабве, все оно расступилось. Тогда же, когда расступилось Красное море, так, что весь мир узнал чудеса, который сделал еврейский народ, который сделал Всевышний еврейскому народу. Но с другой стороны, мы были, извините, что я так скажу, кучкой несчастных рабов, которые долго были в рабстве, над которыми издевались. Подумайте, что мы были похожи на людей, которые вышли из Аушвиц. Мы были поникшими, худыми, бедными,
без какого-то смысла в жизни людьми. И вот в тот момент, когда с одной стороны весь мир кричит о чудесах, которые сделал нам Всевышний, а с другой стороны мы сами являемся еще узниками и рабами внутри, приходит Амалек и начинает против нас воевать. Что он хочет сказать этой войной? Очень просто. Ребята, остудитесь, все нормально, это все были фокусы, не верьте, пожалуйста. Я вам сейчас покажу, что этот народ легко и можно победить. Хватит думать, что они особенные. Чего это вы думаете? Вот я особенный, мои друзья особенные, а то, что еврейский народ особенный, я вам сейчас всем покажу, что они гроша ломаного не стоят. И что он сделал? Как вообще он смог победить еврейский народ, стоящий на таком огромном духовном уровне, что Всевышний делает для нас такие чудеса? Он был очень умным человеком. Это стоит запомнить, потому что мы к этому вернемся немножечко попозже. Он был предсказателем, он был чудотворцем, называйте как хотите, и он тоже знал то, что мы с вами всегда говорим, то, что хабадники думают, что они придумали. На самом деле это придумал Амалек. Не придумал, а рассказал нам. У каждого из нас есть день, когда наш мазаль, наша судьба, наше счастье, наша мазаль, вы знаете, что такое мазаль, оно растет до невероятных высот. В этот день надо покупать лотерейные билеты, делать какие-то ставки, надо брать на себя хорошие решения, надо начинать какие-то новые дела. Когда этот особенный день, когда наш мазаль возрастает, правильно, наш день рождения. Поэтому, когда Амалек брал себе в армию людей, он не спрашивал у них, что ты умеешь делать. Так ты пойдешь в пехоту, а ты пойдешь в танковые войска. Он всех их распределял по дате рождения. Все январские, одна бригада, февральские, вторая бригада. А вот вы, майские, пожалуйста, постойте там в сторонке. И каждый раз, когда у него была война, он смотрел, в каком месяце она находилась, и посылал туда бригаду того месяца, в котором, этого месяца, в который у солдат был день рождения. И таким образом они брали огромный мазаль и побеждали всех. Поэтому вы знаете, что когда была эта война, и Амалек напал, Всевышний Моше, он поднялся на гору, он поднял руки вверх, и он пытался запутать звезды, солнце остановить, звезды с одного края в другой, для того, чтобы все эти гороскопы перемешать и испортить Амалеку его план. Потому что сам Моше знал, что этот план сработает, если ему не помешать над природными действиями. Итак, секунду. И эту историю Всевышний нам говорит, ее не забывайте, и при мыслях о ней вы должны наполниться ненавистью. Что у нас есть еще? Написано, что каждый день мы с вами должны вспоминать. Есть разных много обычаев, кто-то вспоминает 6 вещей, кто-то 10. Я вам хочу сказать 6 вещей основных, которые мы должны каждое утро в шахарите, утренней молитве повторять. 3 хороших вещи, положительных, и 3 негативных. Помните выход из Египта, помните о получении Торы, что она была нам и кем она была нам. 3. Помни день шабата, чтобы соблюсти его. И 3 не очень приятных, это помните, как вы бесили, раздражали Всевышнего в пустыне, напоминая тем самым тоже про Золотого Тельца. Помните грех Мирьям, когда она говорила Лошона Рая, помните про Амалека. Все очень значимые вещи в нашей религии. И, конечно же, Амалек нам хочется сказать, что она самая маленькая из этих, ну как может равниться Амалек с упоминанием о шабате, о получении Торы, о золотом тельце, которые сделали просто мапах, перерождение нашего народа. И тут Амалек. Так вот, Амалек выделяется, и показывается, что он самый важный из всех этих 6 вещей. Каким образом? Все эти 6 вещей мы с вами говорим в конце молитвы. В конце молитвы, когда мы уже смотрим на часы, мы опаздываем все на работу, у нас уже мысли совсем о другом. Конец молитвы – это обычно самое не сосредоточенное время. Амалек выделяется и говорится. Когда вы читаете «Парашат Амалек», часть того, где говорится про Амалека, и дети, и женщины, которые обычно вообще не участвуют во всех этих
кайфах, придите в синагогу и послушайте. Вспомните и все вместе наполнитесь ненавистью к этому человеку. Ну как можно сказать, что шаббат, получение Торы намного, не намного, но скажем так, уступает своей значимости Амалеку. Что-то здесь Всевышний нам хочет сказать, что оно очень важно для наших дней, для нас сейчас. Иначе, если бы мы это учили с вами как историю когда-то давно, это не была бы Тора. Ибо Тора актуальна для нас каждый день. И когда мы дойдем до сути, вы поймете, насколько актуальна она для нас сегодня. Значит так, кто такой Амалек, мы не знаем. Что он сделал, мы не знаем. Но помнить надо. Зачем нам надо помнить? Кстати, вы знаете, что были у нас даже махлокот, наши мудрецы думали, можно ли принимать геров, из которые вышли от Амалека. Были те, которые говорили нет, и Амалек, и все, что все, кто вышли из него, у них есть какой-то генетический сбой, поэтому они не могут быть кошерными евреями. Но был один такой человек, особенно который выделился, большой праведник, который произошел от Амалека, решил принять еврейство. И он стал большим-большим праведником, у которого в Талмуде рассказывается много историй. Это так, на всякий случай. Раби из этой истории учит тоже очень гениальную, мне кажется, вещь, которая тоже относится к нашему времени. И это так классно, что это сказал Раби, потому что это характеризовало вообще всю личность Раби. Раби сказал, в мире нету чистого зла. Его не существует. Все, что есть в этом мире, оно создано по плану Всевышнего. Все, что создано Всевышним, оно не может быть плохим априори. И поэтому даже Амалек, которого нам надо помнить и ненавидеть, даже из него вышел такой праведник, а может еще несколько, о которых мы не знаем, это значит, что нету ничего изначально плохого. Мне кажется, что во время, когда мы сидим в карантине, боимся выйти на улицу, боимся за наших родителей, за наших друзей, знакомых и детей в особенности, мы можем воспринимать этот вирус как что-то нетто плохое. И мы должны понимать, что нету нетто плохой вещи. Что-то в этой вещи есть хорошее. Мы с вами уже говорили, что это возможность для нас выйти за рамки наших обычных дней, измениться, посмотреть на семью, посмотреть на детей, познакомиться с ними заново наконец-то. В общем, каждый, я надеюсь, сможет использовать это время для своего улучшения. То есть даже коронавирус, спасибо тебе большое за многие вещи хорошие, которые ты сделал в нашем мире, но дай Бог, чтобы ты быстрее от нас ушел. Как Раби доказывает, что он на самом деле так думает? В 1978 году в Симхас Тора у Раби случился инсульт. Прямо посреди танцев с Торой Раби стало очень плохо, тут же освободили помещение, дали много воздуха, Раби не захотел ехать в лечебницу. Кстати, например, тоже, надеюсь, что я не сильно отвлекусь, слово «больница». Раби говорил, что запрещено говорить слово «больница», потому что человек едет туда не болеть, он едет туда лечиться. Когда мы говорим, что мы лежим вместе для больных, мы становимся больными. Раби не захотел ехать в лечебницу и остался в комнате в 7-7, подключили его к аппаратам, и когда ему стало немножко легче, вышел уже праздник, и он решил все-таки выступить с посланием перед своими хасидами. Но из-за того, что не хотели пускать в комнату к Раби много-много-много людей, он решил выступить по громкой связи. А так как там была целая комната BBC, CNN, не знаю, которые могли подключиться к радиостанциям, Раби подключили так, что его слышали во всем мире. И тут Раби, он начал говорить, не про то, как ему было плохо, не про то, какие он болевые, как он вообще выжил при таком инсульте, как он может несколько часов после уже говорить при такой большой публике и быть адекватным. Он говорил, что насколько классно, что случился этот инсульт, что он может сейчас выступить не перед тысячей хасидов, которые пришли к нему, а перед миллионами во всем мире, которые прикованы к радиоканалу сейчас в это время. То есть во всем можно видеть что-то хорошее. С Божьей помощью, чтобы мы научились. Но вернемся к нашему Амалеку. Амалек, в чем его особенность перед другими нашими ненавистниками и антисемитами? Он ненавидел нас просто так.
само наше существование его бесило. Само упоминание слова «евреи» выводило его из себя. Мы знаем с вами, что войны, они всегда начинаются по какой-то причине. Обычно это три главные причины, или одна из них, или все три вместе. Первая – это территория, когда два государства не могут ее поделить. Второе – это боязнь, когда мы боимся, что другое государство на нас нападет, и поэтому выступаем войной первыми, например, Израилю этот знаком. Этот план. И третье – это религия, когда одна религия хочет доказать другой, что она важнее, и поработить ее. У нас с Амалеком не было территории совместной вообще. Если вы посмотрите на карту нашего выхода от Египта до земли Израиля, мы даже не приближались к территории Амалека и никак не могли быть для него опасной. Мы никогда не могли против него объединиться, потому что мы с вами уже говорили, что мы вышли оттуда несчастными рабами, которые пережили катастрофу. Какая война? Дайте нам выдохнуть спокойно. И третья религия. Мы еще не получили Тору, у нас еще не было никакого объединения. Почему он на нас напал? Из-за ненависти. У Амалека не было причин. Фараон на нас напал, потому что прямым текстом у нас сказано, испугался он, что евреи размножаются и плодятся, и скоро их станет так много, что они хотят захотят завоевать мою землю, давайте нападем первыми. Правильно? Кстати, Гитлер, да, он, скорее всего, тоже приравнивается к Амалеку, потому что он ненавидел нас просто так. Где он, а где мы? Так будет со всеми, дай Бог. В общем, у нас с Амалеком не было никаких общих интересов, несмотря на все это, он на нас напал. Между людьми, мы знаем тоже, к сожалению, такое очень часто случается. Я уверена, что каждый из вас может мне дать какой-то пример, когда или вас, или вы, или кто-то рядом просто ненавидят. Когда этому человеку хорошо, мне плохо. Вот это ненависть Амалека. И Всевышний нам сказал, этой ненависти, во-первых, она существует, беспричинная ненависть. Нельзя сказать, что обязательно есть какая-то причина. Беспричинная ненависть, она существует. И мы должны с ней бороться. Если мы смотрим прямым текстом, не хасидское какое-то объяснение, это для наших правителей, для нашего государства Израиль. Самое важное, что сейчас должно быть. От арабов мы не можем ждать мира. Никакие территориальные уступки не повлекут за собой мир, потому что они ненавидят нас просто так. Доказать, что они Амалек, я не могу, и никто из вас не может. Но то, что они хотят просто нас убить, скинуть ноги, завоевать нашу землю, нашу религию, да уже не важно, что они придумают. Никакие уступки не помогут нам прийти к соглашению. Сенатхинам – ненависть, которая рождена ниоткуда. Они с ней рождаются, и они с ней умирают в надежде на каких-то девственниц, на какие-то подарки, на какие-то, я не знаю, да все что угодно. Ничего это не стоит того. Мы отдали Гуш-Катиф, мы видели, что случилось с Ариэль Шароном, мы продолжаем видеть. Я, как житель юга Израиля, особенно это вижу, что это не только не помогло, но усложнило нашу жизнь. Но, конечно же, я с вами хочу немножко перейти к хасидскому объяснению этой всей истории. Мы с вами поняли, что Амалека нет. Направить нашу ненависть нам некому. И ничего, и напрямую исполнить пожелание Всевышнего мы не можем. Но если он от нас этого попросил, значит, что-то в этом желании есть, и каким-то образом мы можем это исполнить. И, конечно же, приходит хасидизм, сихарега. И рассказывает нам, кто такой на самом деле Амалек, почему нам надо его ненавидеть и каким образом он влияет на нашу жизнь. Во-первых, мы знаем с вами правила, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Кто был другом Амалека? И по названию той страны, от которой он пришел, из которой он пришел, мы знаем, что он был большим другом Билама. Кто был Билам? Билам – это был невероятный мудрец. Невероятный пророк. Сказано, что если придут не евреи и скажут, конечно, евреи, вы такие умные, у вас был Моше Рабейну, вот если бы у нас был такой пророк, мы бы тоже были праведным народом. Тогда Всевышний им скажет, я послал вам пророка не меньше Моше Рабейну, и звали его Билам.
Билам, про него написано очень такая сильная вещь. Йодеа дат эльон. Он знает желание Всевышнего. Он знает мысли Всевышнего. Представляете, на каком уровне он был? Как Моше Рабейну Леавдиль, только у других народов был Билам. Я вам даже написала, есть такая игра слов. Кто читает на иврите, здесь написано Бил-Ам, а здесь написано Амалек. Это были два сиамских близнеца. Ой, ну, ногти, извините, это карантин. Если мы возьмем два эти имени, напишем один под другим, то мы увидим, что первые две буквы и первые две буквы Бил-Ам, а здесь у нас остается Амалек. Это были два сиамских близнеца. Это были два человека, идентичные по своему мироощущению и по своим желаниям. И что их объединяло? Их объединяло отсутствие шеи. Так говорит хасидизм. Что такое отсутствие шеи? Это значит, что у них точное разделение было между головой и между сердцем. Они говорили: евреи, да пожалуйста, учитесь. Вот я, говорит Билам, я знаю, кто такой Всевышний, я общаюсь с ним, я знаю его мысли, я знаю его чувства. Ну что? Зачем пускать его в сердце? Вы с ума сошли, он подарил вам такой офигенный мир, и вы вдруг говорите: шаббат я не выйду на дискотеку, вкуснейшие, я не знаю, кальмары, я не буду кушать. А для чего Всевышний это создал? Круто знать, что есть Всевышний, но в сердце его не пускаете, не надо. То же самое делал Амалек. Он напал на нас. Написано, что он пришел издалека. Он пришел, вот и мы сидели из дома, он встал, взял свою армию, пошел далеко, чтобы напасть на нас. Почему тогда, перед получением Торы? Потому что, когда мы получали Тору, Всевышний нам сказал: Тора живая. Тора – это жизнь. Тора – это не учебник истории, по которому вы узнаете, что происходило с вашими предками. Тора – это шея между вашим мозгом и вашим сердцем. И вы каждый должны знать, что у еврея эта шея есть. И что невозможно держать в голове, не пропуская это все через сердце, так как хотели от нас Билам и Амалек. Сейчас. Знаете, как есть такие люди, которые, я не знаю, человек говорит мне, что курить не надо, а после этой лекции идет и сам курит. Или то, что учитель геометрии не должен быть треугольником. Это правда, конечно. Но с другой стороны, все, что мы знаем, должно впоследствии проходить через наше сердце. Бывает такое, что вы послушали какой-то урок, почитали что-то интересное, и хотите это с воодушевлением от мозга перенести в сердце, и вдруг люди начинают над вами смеяться. Да послушай, тебе уже 50 лет, ты хупу с мужем решила делать, да ты уже 30 лет с ним вместе живешь, тебе этого мало, тебе хупу надо. Да ты уже 30-летний дядька, какое обрезание, да вдруг там что-то тебе нечаянно не то отрежут, тебе детей еще рожать. Как только у вас возникает желание делать какие-то заповеди, вы воодушевляетесь, хотите после урока что-то сделать, обязательно приходит человек, который говорит: оставь, зачем тебе это надо? Тора, она сужает рамки, ты нельзя, 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 и начинает перечислять тебе то, что твой мозг, твой, как это, плохой ангел в голове тебя уговаривает. Такие люди, это и есть в нашей жизни Амалеки. Те, которые мешают нам продвигаться и мешают переваривать информацию через мозг, сердце. Они не были такие, они очень отличались от всех остальных антисемитов, помните? Раньше ведь нам говорили: нельзя учить Тору, нельзя делать обрезания, были подпольные какие-то вещи, все еврейство ушло в подполье, а Амалек, он другой. Поэтому мы не выделяем никого, ни Титуса, ни Гитлера, никого, потому что они все говорили: ты, как еврей, должен исчезнуть. А Амалек говорит хуже вещь. Он говорит: учи Тору, знай, кто такой Всевышний, слушай уроки на Ваикра,
читай книжки, узнавай новое, да пожалуйста, твой мозг должен развиваться, ты должен быть умным, но что? Будь достаточно мудрым для того, чтобы не пускать это в сердце и не начинать реализовывать все то, что ты знаешь. И это Амалек, который живет в каждом из нас. И тут хасидизм приходит и говорит: пожалуйста, убейте внутри Амалека, который мешает вам продвигаться. Возненавидьте всеми силами Амалека, который мешает вам подняться на следующую лесенку своей духовной жизни. Сейчас. На паузу. Да, извините, я немножко кучу всего хотела сказать, но остановилась на самом главном, потому что через несколько минут у вас следующий урок. Мы с вами знаем очень много людей, которые, извините, например, Мадонна. Мадонна учит кабалу. Она взяла себе еврейское имя, она набила себе татуировку «Шма Исраэль», все что угодно. Она свой мозг наполнила духовностью. А что она сделала с этой духовностью? Ничего она не сделала. Ее существо, сущность не изменилась. Я уверена, что она хорошая, что она тратит деньги на благотворительность. Я уверена. Но от знания кабалы она не стала кошерной еврейкой. И кошерное имя тоже ее не сделало скромной для всех нас. Поэтому мое обращение к вам. Пока у нас есть время побыть дома, наедине сами с собой. Не бойтесь подниматься. Не бойтесь разрешить себе быть праведниками. Не бойтесь открыть в себе новые силы и понять, что вы можете. Что это только Амалек, те люди, которые смеются и указывают вам, как жить. Посмотрите на каждого из этих людей вокруг себя и поймите, что никто из них не является для вас моделью, как надо жить. Желаю вам отрастить крепкую шею без двойного подбородка и научиться соединять мозг с сердцем. Хорошего вам дня, легкого карантина, будьте здоровы и богаты.